Ага, теперь да. Добрый вечер. Мы на прошлом уроке разбирали конфликт Каина и Хевеля. И теперь поговорим, собственно, о разговоре Творца с Каином. Итак, разговор с Каином, тема сегодняшнего урока. Я хотел бы обсудить с вами философские и теологические аспекты, связанные со словами Каина. Я читаю 4 главу книги Берешит, 9 стих. «И сказал Господь Каину, где Хевель, брат твой?» В чем смысл вопроса? Обычно говорят, что Всевышний просто хотел начать с Каином диалог. Я не против такого объяснения. Это то, как объясняют стих наши мудрецы. Только нужно понять, что скрывают эти слова. Можно было бы сказать, где Хевель? Но ведь мы знаем, что Хевель – брат Каина. Но, видимо, вопрос был другой. Куда девалось твое братство к Хевелю? Вопрос, где Хевель, брат твой, надо понимать так. Куда тебя привело твое братство? Мы увидели, что насилие – это результат неудачной попытки диалога. Если так, то возникает вопрос, куда это привело тебя? Или, другими словами, где твоя ответственность за брата? И тогда ответ очень интересный. Я не знаю, разве я сторож брату моему? В чем смысл вопроса Каина? Ведь если Каин не глуп и понимает, что Всевышний знает все, тогда вопрос «разве я сторож брату моему?» принимает совсем другой смысл. Это вопрос, почему я должен был охранять его? Должен быть кто-то другой, кто охраняет его. Здесь имеется в виду сам Всевышний. То есть не я сторож его, а ты. Тогда слова Каина можно прочитать так. «Анохи, сторож брату моему». Но тут надо пояснить, что в тексте Торы нету знаков вопроса, и его функцию выполняла частица «ха» в начале фразы. Вот. Причем она не всегда несет вопросительную коннотацию. Там вопрос звучит так. «Ашумер, ахи, анохи». «Сторож брату моему, анохи». То есть это может быть «я», ну, может быть, Всевышний, да, как здесь и написано. То есть ты, имя которого Анохи, ты единственный, о ком можно сказать Анохи. В полном смысле этого слова. Ты должен был охранять его. Сторож брату моему Анохи. Он охраняет. Есть что-нибудь добавить? Если можно, я просто методически, просто от меня, кажется, стоит подумать об этом. Ведь мудрецы действительно говорят, что он и не только здесь, а там, где Бог обращается к человеку и говорит «Аека», да? И они все говорят, он так начинает разговор. Но мы же это видим за фразой, которая начинает разговор. Вот тут у Равы Ширки тоже. Всегда есть какой-то, как это называется, внутренний смысл. Нет? Что-то он подразумевает, что-то подразумевается даже под самым, так сказать, абстрактным началом разговора. Он, вот он его спрашивает, казалось бы, простейшую вещь, да, где он начинает, как бы начинает с этого разговора, но на самом деле, если мы вдумываемся в смысл самого вопроса, вот как Рав Ширки, он открывает в нем некоторую подтекст, вот слово убежало. Есть там подтекст всегда, даже когда ты просто начинаешь разговор, я не знаю, а мы сегодня не собираемся ужинать, например. Нет, это просто вопрос, чтобы начать разговор. Но в этом есть намек, да? То, что хотел сказать. То есть прямой смысл слов, собираемся мы сегодня ужинать, а есть намерение, ради чего человек задает этот вопрос. Да? И его знает тот, кто задал вопрос. А тот, кто слышит вопрос, он может об этом только догадываться. Да, на самом деле, почему ты не приготовила или приготовила, почему ты это самое... там и так далее. Или я хочу, чтобы ты приготовил. А в принципе, на самом деле, это такое как бы вводное предложение, чтобы начать разговор. С одной стороны, у него как бы две функции. А подтекст не всегда очевиден. И иногда его вот так... То есть я не... И Рав Ширки говорит, что он согласен с тем, что это вводный такой вопрос. Но, тем не менее... И не только в этом случае, а во многих других случаях в нем всегда есть еще какой-то подтекст. Я согласен. Рав Ширки, кстати, часто это пример приводит. Он говорит, можно сказать что-то, которое звучит красиво, а контекст совсем другой. Например, который я помню, Рав Ширки,
предлагал. Ох, и вкусный ты суп сегодня сделала. Теперь как это переводить? Он был вкусный или не очень? Да, да. Ну, в общем, подтекст, он не всегда очевиден, это правда. В любом случае, это начало разговора, да, конечно. Ну и вообще это очень важный как бы момент учения Рава Шерки, да, что Тора – это обращение к человеку, то есть слова, да, Бога к человеку, но есть также и намерение, с которым Творец говорит эти слова. Да, вот, и Рав Шерки утверждает, что намерение – это войти с человеком в диалог, да, а вот заповеди, которые даны человеку, они просто вот наполнение. Это как повод для диалога, то, о чем мы будем говорить. Но задача – находиться в диалоге с Творцом. Тем не менее, в данном случае диалог, он о братстве. И это как бы линия Маниту, которую продолжает Рав Шерки. А вы обратили внимание? Как... Это тема, о которой, о чем мы говорим. О братстве. Где твое братство? Гевелю. Это, в общем, как бы... С этого открывается диалог, можно сказать, Бога с человечеством, да? А скажите, вот вы, если обратили внимание, как общался Всевышний с Каином, с Адамом, и как он будет общаться с Авраамом, с Моше? С Авраамом, например, «Авраам, Авраам, вот я!» Или «Моше, Моше, вот я!» и нынь. А здесь совсем не такое общение, да? Здесь они как будто уже друг друга знают. Да, интересно. Я заметил, что здесь он и с Адамом, да, и с Каином, он с вопросов начинает. Да. То есть как будто осторожно так подходит. А Аврааму сразу там лех-леха, все, там иди, делай. У меня такое замечание. Если это предложение только для начала разговора, то оно, это значит определяет, что потом должен начаться разговор, а его нет. То есть сразу конкретная вещь говорится. Так же, как-то он спрашивает Адама, где ты, так же он спрашивает его. То есть никакого специального ввода нет. Тут есть конкретная информация, она имеет сразу конкретное значение. Вот. Мне кажется, что проблема заключается в том, что ну, тут вообще есть проблема как бы логическая, мне кажется, у Рава Шерки, я прочитал его статью, вот, что Всевышний дает свободу воли и требует, соответственно, и с одной стороны дает свободу воли, а с другой стороны говорит, как надо себя вести. Вот, то есть Адам, он сказал, не ешь с этого дерева. Каина он предупредил, смотри, ты перед грехом, и все. То есть, когда Всевышний спрашивает, ведет суд, то это значит, что это не просто так, что сам человек должен был бы что-то такое знать, а что было указание Всевышнего, и человек не последовал ему. Здесь начинается вот этот конфликт, что человек хочет по-своему делать и не прислушаться, не выполняет то, что ему говорит Всевышний. Ему кажется, что он может сам что-то такое сделать лучше. Вот. И это начинается история Земли. Собственно говоря, тут вся логика заключается в том, что Всевышний, то есть идея всей Торы, в общем-то, в этом смысле, что Всевышний на небе, а он хочет иметь какой-то контакт с чем-то подобным, с человеком на земле, который тоже творческий, с которым интересно общаться и вместе строить мир. И вот он создает такое сообщество таких людей, и в этом как бы в этом что-то радуется, как это происходит. Вот. То есть нельзя требовать от Всевышнего, если он бы заранее все знает, так все бы он сделал все хорошо, и человек остался в Ган-Эдене. Ему не интересно, чтобы человек оставался в Ган-Эдене. Я думаю, что даже если бы они все выполнили, все как положено, там Хава и Адам, все равно он бы потом их спустил на землю, то есть плодиться, размножаться и создавать цивилизацию. Вот. И здесь как бы нельзя как бы сразу как бы на двух баллах танцевать. То есть есть конкретные направления в этом всем в Торе. Вот что я хотел сказать. Да, совершенно верно. Мне кажется, это как раз и основная идея вот этой статьи, что с одной стороны Всевышний дает свободу выбора, с другой стороны он дает указания, что выбрать, да, и при этом он, ну, как мы знаем, строит себе собеседника. Чтобы построить себе собеседника, конечно, нужно дать ему возможность нарушать. Ну, если это вот и есть да, пафос статьи Шерки, тогда я согласен, если он к этому подводит, то есть это как бы... Ну, такое... мы посмотрим дальше. Давайте прочтем дальше тогда. Потому что там не совсем непростая, как бы, непростые... утверждение. Посмотрим.
Так, мы пойдем дальше. Запасной путь истории. Если мы глубже вникнем в смысл этого вопроса, то суть его, что если бы Всевышний захотел воспрепятствовать убийству Хевеля, тогда, конечно, он смог бы его предотвратить. Мог бы сделать, чтобы у него отсохла рука, например, или реализовать любые другие сценарии. Что в сущности скрывается за словами Каина? Ты согласился. Согласился, что я убью Хевеля. Не то, что ты хотел этого, но, может быть, ты дал мне две возможности. Мы говорили ранее, что Всевышний дает человеку свободу выбора. И Каин говорит, так же, как я исполнил бы твою волю, если бы не убил Хевеля, так я реализовал одну из тех опций, что ты заложил в реальность, возможность убить Хевеля. Так что я в любом случае исполнил твою волю. И здесь мы выходим, опять же, на важную тему свободы выбора. Сказано в Пиркей Авот, все предрешено, и свобода выбора дана. У еврейских мудрецов был ряд способов решения этого парадокса. Один из способов, насколько я понимаю, который использует здесь Рав Шерки, это такая концепция, что есть точка А – это творение, есть точка Б – это цель творения, и от точки А в точку Б ведут бесконечное множество путей. И все эти пути, они установлены, но при этом человек может выбирать путь. То есть, например, у меня есть там некий выбор, там съесть яблоко, не съесть яблоко. Если я съем яблоко, я попадаю в один мир. Если я не съем, попадаю в другую параллельную вселенную, в которой все предрешено. Да? Будет такое там последовательность событий, а здесь будет другая. Но опять же, в каждой из этих вселенных у меня есть вот такие развилки, где я тоже делаю выбор и попадаю в какую-то следующую вселенную, в которой идет цепь последствий моего выбора, который в любом случае приводит меня к цели творения. То есть таким образом и свобода выбора дана, то есть выбирать вот эти пути, которых бесконечное множество, и все предрешено на каждом из путей и цель каждого из путей. И что здесь говорит Каин? Да? То есть мы знаем, что с одной стороны Всевышний сделал множество дорог к своей цели. С другой стороны, он сказал, какой путь выбрать. Самый короткий, да, как сказано там в книге Дворим, я положил пред тобой жизнь и добро, смерть и зло, выбери жизнь. То есть у тебя есть возможность выбрать смерть, выбрать зло, да, но Всевышний, как говорится, кладет руку человека на хороший выбор. Вот. А Каин хочет сказать, ну ведь эти все другие варианты, ведь их тоже ты сотворил, значит, они все тоже божественны, тоже от тебя. Это знаешь, что напоминает, Андрей? Есть некоторые нехорошие евреи, которые говорят, слушай, Машиах придет в любом случае, да. Если все евреи будут соблюдать, да. И если все неевреи не будут соблюдать, да. Он придет в любом случае. Так давайте, говорит, все неевреи не будем соблюдать. И Машиах быстрее придет. Как вам такой вариант? То же самое. Не, еще раз объясни, Дим, я не поняла. У нас есть приход Машиаха, который произойдет, как вы говорили, либо Раби Элиезер. Помните, вы нас учили? Да, да, да. В любом случае. Либо он придет спасать, либо он придет в качестве вишенка на тортике. И поэтому мы соблюдаем Тору, мы приближаем приход Машиаха, мы портим этот мир, мы приближаем приход Машиаха. У нас есть выбор. Ну, в общем, в любом случае, ты сделаешь, что хочешь, все равно. Вот Каин то же самое. Каин сказал, мы побыстрее все достигнем. Не, он не сказал побыстрее. Его основное утверждение, что это поскольку ты такую возможность дал, ты за нее отвечаешь. Это не моя ответственность. Ты этот мир сотворил, и ты Всевышний отвечаешь за все, что в нем происходит. Это его главная ключевая, так сказать. Не я виноват. Я выбрала одну из опций. Мне предложили направо или налево, но я пошел налево. Но если бы ты считал, что это недопустимая опция, ты бы этого не позволил, значит, ты отвечаешь. Все в твоих руках, Всевышний. В общем, он как бы сваливает очередной раз все на Творца. Ну, здесь есть действительно конфликт вот этих двух там архетипических концепций, да, ну, я, например, сталкивался в своей жизни с последователями дальневосточной мистики, там индуисты, буддисты разные, да, и вот, и у них нету трансцендентного Творца, у них все божественно, и они не понимают вот эту идею, как Бог дает указания моральные, да, вот делай так,
То есть, потому что для них нет такого понятия, что Бог трансцендентен, оторван от реальности. То есть у них нету точки А, нету точки Б, все божественно. Я могу выбрать любой из путей, потому что все добро там и все Бог. Да? Вот это вот как раз такая концепция. То есть поскольку все от тебя, то все правильно. То есть любой выбор верный. Да? И вот здесь как раз и происходит конфликт между, собственно, учением Торы, да? Который, во-первых, есть Творец, который вне положен миру. И он опять же, поскольку он вне положен миру, он дает указания, да? Кладет руку человека на добрый выбор, говорит ему, как действовать. Как действовать в данном случае, это вот здесь не убивать. Да? Но как бы Каин этого, видимо, еще не знал. И поэтому происходит такой диалог. Да, это очень интересное сравнение с восточными религиями. Хотя, ну, я не знаю, это может не к месту вопрос. Там же есть понятие кармы. Человек может что-то испортить себе. Он, мир, может быть, он не может испортить, да? Наверное, мир он не может испортить, а может испортить, потому что у мира как бы нет никакой цели, он все время идет по кругу, а вот сам он может куда-то, так сказать, скатиться в какую-то более низкую ступень, да? Так он получает воздаяние за свои действия, но поскольку там вот этой жизни, да, бесконечное множество, вот, то когда с людьми так говоришь, они говорят, ну, подумаешь, ну, эта жизнь не удалась, там, ну, следующая, ну, там, я выбрал более длинный путь, но в конце концов я приду там. Ага, понятно, да. Что-то есть еще сказать или дальше пойдем? Пойдем дальше. Или скажем это по-другому. Есть несколько вариантов путей истории. Можно представить себе исторический путь, который приводит к цели истории через братство Хевеля с Каином. А можно представить альтернативный путь, что и через убийство можно также достичь цели истории. Не то, что убийство – единственный путь, через который действует Всевышний, но это одна из опций. Поэтому Каин говорит, не я ответственен, я даже, возможно, достоин награды за то, что исполнил волю твою. Я не убийца, я, по сути, судья. Я судья брата своего Хевеля, и поэтому я казнил его. Ну, тут еще можно задуматься над тем, что мы-то знаем, что убивать плохо. Причем мы знаем это даже без Торы. Это уже встроено в прошивку человеческой культуры, то, что называется Дерех Эрец. Но вопрос, знал ли это Каин, да, если мы посмотрим, что было раньше. Вот, кстати говоря, вопрос, вот это слово шомер, да, сторож там или охранник, оно где раньше встречалось в Торе до этого? Кто знает? Сад. Да, совершенно верно. Господь насадил сад в Эдеме на востоке, поместил туда Адама, возделывать и хранить его сад. Да? То есть, и еще нам сказано, что человек кардинально отличается от всей природы. Там вы будете властвовать над рыбами, зверями и так далее. То есть человек, у которого есть свобода выбора, он работает вот этим сторожем в саду. Да? И тут появляется другой сторож. Да? Ему относительно другого сторожа указания не давали. Он знает, что он должен охранять этот сад, но должен ли он охранять второго сторожа? И в этом, собственно, вопрос, считать ли мне своего ближнего садом? То есть, потому что у него есть точно такая же свобода выбора, да, и он должен сам себя охранять. Вот, должен ли я относиться к нему как к саду, то есть там беречь его, хранить, да, что бы он ни делал. Вот. Либо я имею право его осудить. Я предлагаю слово «сторож» постепенно забывать и применять новое слово «хранитель». Согласись, что оно более приятное и полезное, и больше смысла «хранитель». Потому что «сторож» сразу будка, шарик представляется, человек с ружьем. Ну, может быть. Хранитель я брату своему, да. Да, на современном иврите Натана с нами нет, но он любит вставлять значения ивритских слов классических, как они сегодня, в сегодняшнем иврите у нас звучат, а на сегодняшнем иврите это охранник. Не знаю, там тоже будка, наверное, представляется. Или что-то такое, security, знаешь, классическое. Ну ладно, это так, мильта де бдихута. Итак, как бы Каин считает, да, что он не убийца, а судья.
Нужно серьезно отнестись к этому утверждению. Нельзя просто отбросить его как глупость. Понятно, что Тора не привела бы нам этот диалог, если бы у утверждения, что Каин исполнил волю Всевышнего, не было основания. И что же ответил Всевышний? И сказал, что ты сделал? То есть ты используешь аргументы, которые относятся к высшему управлению. Только Всевышний вправе решать, по какому пути пойдет история. Но ты, когда убил Хевеля, не собирался выполнить волю Всевышнего. Ты хотел реализовать свою зависть. И твой поступок будет оцениваться по соответствующим тебе параметрам. Я бы сказал так, если бы намерения Каина были только во имя небес, тогда он даже, возможно, получил бы награду за свой поступок, согласно принципу Авера Лишма, преступление с благой целью. Есть такое понятие в иудаизме. Но понятно, что он, будучи творением, не мог иметь только такое намерение. И поэтому, даже если бы оно и было, то к нему, конечно, примешалась бы личная зависть Каина. И поэтому он получил наказание. Получается такая картина. Есть там бесконечное количество путей к цели, и всех их сконструировал и реализовал Творец. Да, но поскольку он выбрал и указал человеку один из путей, да, то так и проверяется намерение человека. Если он идет по этому пути, значит, он выполняет желание Всевышнего. А если он идет по какому-то другому пути, то он не выполняет, соответственно, желание Всевышнего, несмотря на то, что этот путь тоже сотворен Творцом и ведет к той же самой цели. Есть какие-то еще мысли? Я не знаю, мне кажется, что это какое-то такое рассуждение, может быть, оно для кого-то, кому-то оно нужно, но для меня оно как бы несколько такое риторическое слишком, то есть я не вижу надобности говорить о всех этих вещах, мне кажется, что просто модель заключается в том, что есть, вот, когда был потоп, Всевышний сказал, что все грехи человека от его, так сказать, подростковых, так сказать, инстинктов, да, подростковых задменного рая. То есть речь идет о воспитании, то есть есть Небесный Отец, есть первые люди, вот, он их пытается, значит, научить, как обрести эту свободу так, чтобы быть вместе с Всевышним, чтобы поддерживать диалог, то есть он их воспитывает, он их учит, но, как мы знаем, подростки, они всегда своевольные, своенравные, то есть когда получают они эту свободу, осознают ее и все, они, значит, должны, так сказать, все перепробовать на опыте, так сказать, пройти и то, и другое, и все. И, значит, пока они, в конце концов, поймут, в чем тут дело. Вот. То есть зачем надо рассуждать о том, по каким путям могла пойти история, как могло быть еще? Честно говоря, я не знаю, какая в этом, как бы, то есть здесь. Мне кажется, Рав Ширки тут говорит не совсем об этом. Совершенно верно, есть такая тоже сторона о том, что вы говорите. Ну да, он учит ответственность. Но здесь он говорит совершенно о другом. Он говорит о предопределении, например. И этот вопрос, который очень многие мудрецы Израиля и рационалисты, и мистики, все они посвящают ему очень много... копия сломана на этом месте. Есть вообще предопределение? Если у человека свобода воли реальная, или все на самом деле предусмотрено Всевышним управлением, и это только мнимая свобода воли, это совершенно неочевидные вещи. И это как раз тот вопрос, которым как бы Каин пытается возражать Всевышнему, что моей вины тут нет, это все типа было предопределено. Ты всем управляешь на самом деле. Это его утверждение. Иудаизм, в общем-то, это тоже, в иудаизме тоже не очевидно, насколько есть управление личное, насколько его нет, насколько человек, как бы, большую часть времени у него фактически нет выбора. Он в рамках своих страстей, в рамках своей ментальности, в рамках своей истории личной. И чаще всего он просто не может шаг влево или шаг вправо сделать. Ты устроил эту всю комедию, ты написал сценарий, короче, то, что Каин ему говорит. Я только играл роль злодея, а теперь ты пришел меня обвинять. Это не просто так Рав Ширки говорит, есть мидраши, которые об этом говорят. Если бы это не было написано, то невозможно было бы этого сказать.
И буквально Каин приходит и обвиняет Всевышнего в том, это не я убил, это ты убил, ты смотрел при этом и ничего не сказал. Есть такой анекдот, если вы не против, я расскажу. Да? Не против? Как Рав какой-то видит, как человек, кошерный человек, его прихожане, подходит к некошерному ресторану и заходит внутрь. Тот говорит, ну, может быть, он зашел что-то спросить дорогу, например. И заходит вслед за ним внутрь. Тот заказывает себе какую-то еду. Он говорит, ну, может, он закажет себе чай попить. Нет, приносит ему поросенка. Но он говорит, может быть, он съест сейчас это яблочко, которое у поросенка во рту. Нет, он жрет поросенка вовсю. И тут уже Рав не выдерживает, подходит к нему и говорит, как же так, ты кошерный человек, заходишь в ресторан, ешь некошерную еду. Он говорит, послушай, говорит, ты видел, как я вошел? Да. Ты видел, как я заказывал? Да. Ты видел, как я ел? Да. Ну да что ж ты хочешь? Все делать под контролем Рабанута. Ну, понятно. Ну, тут как бы имеется в виду, что эта личная ответственность, она где-то уже внутри в человеке, она есть. И ее надо пробудить. Да, то есть, да, но это... Взрослый может возражать, конечно. Эмиль, конечно, это верно, вы правы. Но это нужно показать, это нужно увидеть. Да, да. В этом и есть диалог между Всевышним и Каином. Ну, хорошо. Ну, тогда двинемся дальше. Мидраш о смерти Моше Рабейну. Мы нашли похожее обсуждение в Мидраше, которое называется «Мидраш о смерти Моше Рабейну». Это не очень известный, но важный мидраш, находится в сборнике мидрашей Аарона Еленека, исследователя 19 века из Вены. В этом мидраше приводится предположительный диалог между Всевышним и Моше в момент, когда пришло время Моше умереть. И там сказано так. Всевышний говорит Моше, пришло тебе время умереть. И тогда Моше говорит, с какой стати, я этого не заслужил. И начинается диалог. Всевышний приводит аргументы один за другим. Например, ты ударил по скале, когда нужно было с ней говорить. Моше отвергает это и говорит, ты сам знаешь, что ты был причиной этого. И так далее. Итак, Всевышний приводит около 10 причин, почему Моше должен умереть. И Моше отбивает все доводы. Наконец Всевышний говорит, да, но ты убил египтянина, не спросив моего разрешения. Отвечает Моше, я убил одного, а ты убил всех. Что скрывается за ответом Моше? Я лишь исполнил твое желание, его доказательство, ты убиваешь египтян. Если ты привык убивать египтян, почему обвиняешь меня, что я убил одного из них? И тогда Мидраш говорит, что Всевышний ответил ему, да, но в моих силах оживить их, а ты не способен их оживить. И тогда, говорит Мидраш, Моше согласился, и душа его покинула его, и он умер. Так заканчивается Мидраш. Но у меня здесь возникает вопрос, ведь Моше мог ответить, верно, но ведь и того египтянина, которого я убил, ты можешь оживить. Но Моше так не говорит, потому что понимает, что он человек, его судят по человеческим меркам, поэтому он достоин смерти от руки небес. И тогда он согласился умереть. Ну, мы видим, что вот эту идею, да, которую Рав Шерки показывает, ее объясняет также и другой мидраш совершенно с другими героями. Так, у кого-то включен микрофон. Да, если не говорите, пожалуйста, отключайте микрофон. Так, ну тогда мы пойдем дальше. Хост, ты можешь отключить всем, и кто захочет включить. Ну, я вижу, да, просто не вижу у кого. Есть такая операция, что можно всем отключить, прям несмотря. Не ага, вот. Там, да, хорошо. Нашел, да? Да. Тогда идем дальше. Исправление Каина. Это возвращает нас к разговору между Каином и Всевышним. Кто несет ответственность за слое начала человека, за человеческое насилие? Всевышний говорит ему, что ты сделал? И Каин, принимая свой жребий, только говорит, каждый, кто встретит меня, убьет меня. То есть, если так будет продолжаться, теперь я, если я теперь изгнан от лица твоего, ты теперь изгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь. И каждый, кто встретит меня, убьет меня. То есть в момент, когда я осужден Богом, я уже не нахожусь под его защитой.
Нужно дать какой-то шанс исправления тому, кто осужден Всевышним. И здесь Всевышний учит его, что есть возможность раскаяния. Где это написано? «И сделал Господь Каину знак, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Это говорит о том, что даже на грешника распространяется провидение, которое дает ему возможность исправиться. И это начало тайны раскаяния. И если бы Всевышний не раскрыл это нам, мы бы не знали, что это работает. И что же делает Каин дальше? Он идет скитаться. Он изгнан с лица земли. Вот тут опять же интересно, да, в чем отличается то, что человек свернул с того пути, который ему указал Всевышний. Он изгнан теперь от его лица. То есть у него теперь нет диалога. Он также живет в мире, который создан Всевышним, но лица его он не видит. То есть он отключен от диалога с ним, получается. И об этом вот говорит Каин, да. «Ты изгоняешь меня с лица земли, от лица твоего я скроюсь». Обратная сторона земли. И здесь я не могу удержаться от того, чтобы рассказать вам еще более странный мидраш. Есть мидраш, который называется «Мидраш царя Шлома». Сегодня я рассказываю вам неизвестные мидраши. Мидраш рассказывает о беседе царя Шлома с царем демонов Асмодеем. Царь Шлома спрашивает: «Скажи, Асмодей, есть ли люди на обратной стороне земли?» Тот отвечает: «Да, есть. А ты можешь привести мне одного?» «Конечно, нет проблем». Он делает некий трюк и приводит к Шлому человека с двумя головами, с копьем в руке, очень страшного вида. И Шлома спрашивает его: «Откуда вы?» И отвечает ему тот человек: «Из сынов Каина мы». Интересно, откуда мидраш берет идею, что сыны Каина живут с обратной стороны земли? Видимо, так поняли фразу «ты изгоняешь меня с лица земли». Половина земного шара, на которой находится земля Израиля, называется лицом земли, а другая половина – обратной стороной. Как бы существует география встречи с лицом Всевышнего. Когда Любавический Ребе приехал в Америку, он сказал: «Я приехал осветить темную сторону земли». И действительно, Зоар говорит, что есть обратная сторона земли, и там живут люди. И когда на одной стороне свет, на другой тьма, и наоборот. Это показывает отношение Зоара к американской культуре, что она темная по отношению к той стороне, где свет, и наоборот. И это, кстати, дает ответ на принципиальный вопрос: как сыны Каина пережили потоп? Можно так прочитать стих в главе Ноах: «И был дождь на земле», то есть на земле, а не под землей. Получается, что есть часть земли, которая пережила потоп, и другая часть, на которой потопа не было. Вот такое интересное видение мира, да, что есть другая сторона земли, и там, получается, выжили потомки Каина, когда был потоп. Если все молчат, тогда я продолжаю. Поселиться вместе изгнания. Но вернемся к служению Каина. Наказание Каина изначально определено так: изгнанником и скитальцем будешь ты на земле. И тут происходит перемена. Ведь Каин был земледельцем, то есть человеком, который связан глубокими корнями с одним местом. И поэтому можно было сказать, что природа возобладала над ним и сделала его жестоким. Но теперь передвижение и скитание по неволе сделают его таким, как его брат Хевель. Он отделяется от излишней привязки к природе и становится более духовным человеком, более моральным. Изгнанником и скитальцем будешь ты на земле. Но к еще большему удивлению мы видим, что в конце он поселяется в земле Нода. Это звучит двусмысленно. Он одновременно поселился и остался скитальцем. Ведь Нод – это место скитания. Вот когда было сказано ему изгнанником и скитальцем, это звучит на в над. Да, вот это вот над. Скиталец – это то же самое слово, что нод, то есть это как бы уже место такое. То есть больше он не изгнанник, а скиталец, а только скиталец. Он изгнан со своего места и поселился в другом месте. То есть Каин старается преодолеть свое проклятие и построить новую цивилизацию. И здесь мы должны проверить, удалось ли это. Ну, тут мы читаем об исправлении, да, вот этого грешника Каина. Ну, во-первых, очень интересно, да, что выясняется, что у нас пастух – это моральный человек, да, а земледелец, он, ну, если не моральный, да, то, по крайней мере, он находится в опасности нарушить
совершить преступление. Да? Нам сказано вначале, Господь сотворил небо и землю, и если небо – духовный мир, земля – это материальный мир, то получается, пастух ходит по поверхности земли, а земледелец, он как бы туда уже вгрызается своими инструментами для того, чтобы посадить там растения, возделывает их. То есть он уже частично находится под уровнем поверхности земли, потому что он с ней постоянно взаимодействует. Ну и здесь это проявляется в том, что там он, поскольку как бы врастал в землю, да, благодаря своей деятельности, то он стал и таким. Да, и получается его исправление перевести его на другой вариант человека, то есть сделать его вот передвигающимся по земле наподобие Хевеля. Мне кажется, может быть, я не права, я не знаю. Здесь Рав Шерки про это не говорит, но в принципе мы видим, что все время же Бог в основном, несмотря на то, что он принял жертву Хевеля, а Каина не принял, но мы ничего не знаем, чтобы он разговаривал с Хевелем. Может быть, Хевель тоже в чем-то был неправ. Нет никакого диалога вообще с ним, у Всевышнего. То есть диалог с Каином. И поэтому предположение такое, что на самом деле Всевышний заинтересован именно в том, чтобы земледелец, тот, который, в общем, вгрызается в землю, чтобы он достиг духовных высот. Это ему тяжело, потому что он близко к земле. Но это то, что он делает с нашими братцами, которые все такие были пастухами, все такие духовные, были выше этой земли, а он хотел их сделать земледельцами. Да? Для этого послал в Египет, потом отдал им землю, в общем, как шутка такая есть, да? Раньше мы были Ама-Сефер, а теперь мы Ама-Арет. То есть мы раньше были, переводится в рита, раньше мы были народ книги, а теперь мы простолюдины, народ земли. Но, в общем, это вот намерение Всевышнего соединить землю и небо. А поскольку Каин оказался не способен, так сказать, будучи земледельцем, подняться над землю, но его перевели на другую ступень, посмотреть, может быть, я так думаю, да, что в этом может быть какое-то его исправление, если он будет, не будет к ней привязан, он сможет выполнить функцию, которая на него возложена. Да, мне кажется, здесь проявляется тот принцип, да, что каждый стремится к своей противоположности. Мы стремимся на небо, потому что в нас есть душа, которая с неба, да, и она ощущает вот это место, землю, как какое-то чуждое, как какое-то изгнание. Но Всевышний находится на небе, поэтому наоборот, он выбирает земледелие, он выбирает Каина. Для нас это сложно понять, потому что как раз мы и другие. Я бы хотел сначала... Что-то там двойной звук почему-то. О Моше, то есть я не знаю, почему такой мидраш, поскольку то, что Моше должен был умереть, это вовсе не из-за того, что он убил египтянина, или даже не непосредственно, то есть это связано как-то косвенно, удар по скале, да, то есть он показывает о том, что у Моше была своя миссия на земле. Вот. И он такой человек, очень приближенный к Всевышнему. Эта миссия его закончилась, то есть Моше, поэтому говорится о Моше, что он не был старым, все у него было, все в порядке, все хорошо, но Всевышнего как бы забирает, поскольку дальнейшую работу уже теперь должны делать другие люди, то есть есть храм, есть коины, есть Иешуа, который должен возглавить народ. Все это те люди, которые должны осваивать и работать на земле, а он как бы свою миссию перенести Тору и обучить народ, он как бы ее выполнил. Вот, поэтому здесь нет такой как бы напряженности и трагедии, что, в общем-то, он хотел, конечно, продолжить, да, вот, то есть у него, он стремился как бы вот войти в землю и все, но здесь его Всевышний как бы ограничил, поскольку хоть он свою как бы миссию выполнил, так я думаю. Это да, это верно, но мидраш совершенно другую идею. Ну да, есть мидраши, конечно, когда, да, я понимаю, что это все допустимо, очевидно, раз. Добрый это... вечер. А можно я скажу? Да, да. Мне почему-то кажется, да. Виктория, я хотела... Это история о Тшуве, Нехама. Вам не кажется, что это история о тяжелейшей Тшуве? А, у Каина, да. Конечно. Да.
эта история от Шувея. Да, конечно. То есть это тяжелейший грех. И на, чем он тяжелее, тем больнее тебе будет ступать по этой земле. То есть вот такая пропорция совершенно реальная. То есть она возможна, но это будет трудно. Я вот так эту ситуацию вижу. Спасибо, Виктория. Спасибо. Я просто хотела сказать про две вещи по поводу того, что Эмиль говорил. Во-первых, я никак не соглашусь. Вы, конечно, ваше мнение вполне имеет право на существование, но мне кажется, что в Торе, вот в простом смысле ее Торы, явно, что Моисей очень хочет войти в землю. Для него это трагедия, что он не входит. Покажи мне ее, он хочет хотя бы увидеть ее издалека. Но это чисто мое ощущение такое. Конечно, это правильно, это нормально. Да, да. Но вопрос, конечно, вы правы. Этот мидраш, он совершенно не занимается, почему на самом деле Моше не вошел в землю Израиля. Есть огромное количество мидрашей или комментариев, каждый говорит свою причину. И есть комментарий такой, что если бы что Моше вошел в землю Израиля, уже никогда бы не было голода, и это не совпадало с планами Всевышнего. То есть да. Каждый рассматривает какую-то грань этой проблемы, почему Моше... Это очень интересная сама по себе и глубокая проблема. А этот мидраш, как сказал Андрей, он совсем другой. Он берет вот эту ситуацию Моше со Всевышним и рассматривает только одну ее грань. Это совсем не центральная тема там. А центральная тема там именно то, что человек не может вмешиваться в высшее управление. Насчет Шувы, это все правильно, конечно, сказано. Тут важно не просто эмоциональный вот этот момент, что у него была тяжелая Шува. Мне кажется, то, что противопоставление не случайно, это все имена, они имеют свои какие-то значения, так же, как Эвель, так же и Каин. Вот. Эвель, он действительно, вот он такой простой, послушный, и все делает хорошо, но Всевышний, как бы, его, в общем-то, как бы интерес, как бы, в каком-то смысле, да, почему он больше имеет дело с Каином, в конце концов. Вот, потому что вот если мы посмотрим, потомки Каина, они все были очень изобретательны, они придумали разные инструменты, и музыкальные, и для труда, и для обработки, то есть он человек земли, очень, это его сначала вводит в гордость, конечно, которая ему, в общем-то, вот, приводит к нарушению, то есть Всевышний ждет от человека вот этого творческого подхода, но одновременно он должен как бы быть и тем, и тем, то есть он должен и прислушаться, да, к Всевышнему, и творить. Вот. И, да, конечно, да. У него, это тяжелая, да, проблема. Это его проблема, пока он... Но я только одного не понял, откуда взялся там Каин, как бы после потопа, мне, честно говоря, это непонятно, где это написано. И я не Мидраше, в одном из мидрашей. А, в мидраше, но не в Торе написано. То есть в Торе... Нет, в Торе написано, что другая сторона земли, что дождь лил на землю. Да, это допускает также понимание, что под землей дождь не лил. Значит, есть другая сторона земли, на которой потопа не было, и отсюда, и вот на этом строится мидраш. Ну, и рядом... какое? Это преувеличение. Смотрите, конечно, по не хочет нам сказать, что это так реально было. Это мидраш такой, который подчеркивает то, что сказано, что они на другой стороне, что Каин ушел совсем в другую сторону. Да, мидраш, конечно, может, конечно, такое сказать. Я не знаю, есть, да, разные подходы к мидрашам. Вот. Но хорошо, тут как бы нельзя ничего не опровергнуть и не доказать, потому что это мидраш, который вот он... Для кого-то, конечно, он важен, кому-то он что-то объясняет. Человек, который задает себе какие-то вопросы, допустим, о смерти Моше и всех этих вещах, такой рассказ, он его как бы являет, что-то объясняет. И лично я не нуждаюсь в таких вещах. Но, наверное, кому-то это важно, я так понимаю. Ну, прекрасно. Нам, по-моему, здесь очень хорошо помог этот мидраш, именно в силу того... Андрей, а можно ко мне спросить, а? Вот, да? Скажи, пожалуйста, вот говорят, что потоп на другой стороне земли не было. Как же не было? Земля же ведь крутится. Это единственное, может быть, только под землей, если... Не факт, что земля не крутится. Мы знаем, что земля крутится. А у древних евреев вполне возможно другое было видение земли. Ну, может быть, да. Но я все-таки с этим не согласен. Я думаю, скорее всего, это было, находилось под землей. Темная сторона. Я так думаю. Это, конечно, мое мнение личное. Под какой землей? Под круглой или плоской?
А, ну это тогда представление, когда было на трех слонах, что стояла земля. Может быть, тогда нет, там не было. Там не было трех слонов, там был тыгом, да, который был под вот этой поверхностью земли. То есть там, ну, совсем другое, как было какое-то видение. Да, ну, вот то есть это было представление, когда земля была плоская. Тогда да. Не уверен, что согласен. Она была плоская в представлении вот авторов Торы. Нет, ну, а Трапидрашей мы говорим. Тут, конечно, если воспользоваться ивритом, то как бы можно это все таким вот, то есть пне-дама, то есть по ним это, с одной стороны, лицо поверхности, с другой стороны, это по ним это глубина. То есть когда речь идет о лице человека, то это да, то есть его лицо, это физиогномика его и все, она отражает его внутренний духовный ресурс. Поэтому это и по ним это и глубина, и поверхность лица, и лицо. А когда здесь говорится о лице земли, то тут, как бы, возможно, можно какой-то такой мидраш придумать, но вряд ли тут речь идет о том, что это, то есть даже и пнима дома, это, значит, или это внутри земли действительно что-то такое, вот, но что из-под земли вышел, так сказать, не знаю, это трудно, конечно. Все ну да, все. Может быть, такой вариант, вот столько возможностей. Да, да, из этого возник этот мидраш. Мне кажется, что не важно конкретно географическое тут, совсем не это мидраш интересует. Он просто хочет сказать, да, что ну они да. ушли совсем далеко от Всевышнего, от его цели, от его пути каэниты. Но не то, что они навсегда туда ушли. Но... Когда он говорит, что Нехама, в продолжении, извините, вашего не важно, но, скорее всего, просто не важна была тогда форма Земли. Как бы. У меня нет, так ну, может быть, у них были какие-то представления. Это можно об этом отдельно поговорить, что в Талмуде, как они думали, были разные какие-то. Но для Мидраша, по-моему, совершенно не важно, где это другая сторона Земли. Что-то, Ситраха какая-то, другой мир, куда они удалились от Бога, в котором как бы другая сторона. А интерпретация потом, она несколько шуточная такая, когда говорится, это применяется к Америке, то это уже... Ну, хорошо, я думаю, вернемся к Тшуве да, Каина. Да. Да, да. И очень хорошо Вика заметила, да, что с одной стороны Каин был переведен в статус Хевеля, да, в статус передвигающегося на земле, чтобы посмотреть, что как он, ну, то есть, возможно, в этом состоянии он поднимется, да, что у него не получилось, когда он был привязан к одному месту. А с другой стороны, то есть, действительно, да, земля, получается, земля, с которой он работал, которая была вот как бы его средой, она его отвергла, и он теперь не может по ней ступать, именно поэтому он скитается, да, и то, что он поселился в земле Нот, да, ему было сказано «на», Ванад. И теперь он перестал на, то есть передвигаться, и яшав, да, осел, то есть поселился в земле. Но это говорит, что он, получается, 50% своего исправления выполнил. Да? И что же делает он дальше? И построил он город. Я читаю 17 стих. «И познал Каин жену свою, и забеременела, и родила Ханоха». Что такое Ханох? Это мужской род от слова Ханука. Обновление, новое начинание. Он дает начало человечеству нового вида. И построил он город. Построить город – это очень важная вещь. Это новое, чего не было раньше. Городская культура началась примерно 6 тысяч лет назад, более или менее, точно не ясно когда. Но в любом случае он строит город. Город – это не поле, это также не дикая природа. Это новая организация пространства. Это приведение пространства в соответствие с душой человека. Здесь и далее мы уже встречаемся с миром, который измеряется человеческими ценностями. Все знают, как выглядит город. В городе есть здания, улицы, и самое характерное свойство города – это прямые линии. Ведь дома обычно прямые, в то время как в природе все круглое. То есть это решение выстроить мир так, чтобы он соответствовал человеку. Есть шанс, что это получится, и он строит город. Ну, тут, мне кажется, Рав указывает на вот эту каббалистическую концепцию Каф и Егуль, да, круг и прямая линия. То есть есть природный мир, в котором все круглое. Там есть круглая Земля, есть вокруг нее сферы разных звезд, и эти круги, они символизируют отсутствие морали, потому что
природе морали никакой нет. А мораль – это вот, как я говорил, это именно прямая линия. То есть это обращение Творца к человеку, это там, дарование Торы, это ответ человека Творцу, это прямой путь вот, из точки А в точку Б, из творения к цели творения, о чем мы говорили. Да? И вот это как раз то, что сложно понять тем, кто находится вне концепции Торы, да, которые живут в мире, как бы, в котором они не помнят начало, потому что никто не помнит начало, если им этого не сказать, и не знают цели. То есть они живут поэтому в таких как бы, кругах, и у них вот нет понятия прямой линии. И если Каин начинает строить прямую линию, то он выходит уже на уровень исправления. Да? В частности, например, какой геометрической фигуры, какая геометрическая фигура не встречается в природе. Да? Например, это куб. Именно поэтому куб, вот это и тфилин кубической формы, и храм кубической формы. То есть это вот какой-то выход за рамки природы, как раз на диалог с трансцендентным Творцом. Вот это, мне кажется, смысл города. Да, да, Натан. Мы тебя не слышим. Да, я знаю, я включил. Хотел сказать. Вот мне кажется, Рав Шерки, у него всегда, он обычно, он как-то у него мировоззрение, которое мне тяжело принять. Строить такие пазлы математические, логические. Знаю, как-то по-моему, стандартная схема, она, ну, не то чтобы схема, но понятие было такое, что город – это место, где человек оторван от земли, от дерехерец, от отношений. Это место грязи, преступных отношений. Это был образ города. Это первое. И второе, хотел сказать, интересно, мне пришло в голову по поводу прямого и круглого. Ну, в этом смысле, может быть, действительно как-то перекликается. Я подумал про Сефер Каэрет. Вот то, что Сефер Каэрет вызывает такое... Не то чтобы отчуждение, но как бы ощущение как-то отсутствия какого-то питарона, решения, что это все время все крутится и все возвращается на круги своя и все вот это. Вот это два соображения, которые мне как бы в голову пришли. Окей? Ну да, именно. Если как бы правильно, мне кажется, насчет Шерки, мне кажется, вы повторяете его же ошибку. Тут действительно разные всякие аллюзии. Мне кажется, что город, вот на русском это очень хорошо прослушивается, это от ограда, огородить. То есть, я думаю, значение города и в те времена, и потом, мы это знаем особенно разведчиков, когда говорят, где они живут, значит, жители в городах, это говорит о защищенности, попытке огородиться от кого-то, то есть создать свой какой-то микрополис такой, где бы человек себя чувствовал уютно, где бы его как бы не трогали, не задевали, вот, и поэтому ограждается он стеной и так далее. То есть город, это имеется в виду не прямые линии, не все развраты, не поселения, не скопления, а просто вот оградиться, спастись, так сказать, от внешнего влияния. Так мне кажется, что... Так здесь он как раз и спасается от влияния природы. Да? Если он как бы согрешил, делал то, что сделал по одной из версий, потому что он был слит с природой, так что он там копался в земле, да, то здесь он, получается, строит вот это ограждение как раз от природы. Да, ну, получается... да, совершенно верно. Смотрите, тут не столько от природы оградится, а от людей. То есть то, что он согрешил, и все, ему неуютно, его, как бы, может быть, скорее мучение какой-то совести или просто опасность, что люди узнают об этом грехе и все, и могут, так сказать, ему что-то повредить или что-то сделать. Он пытается оградиться не от земли, а от людей. В конце концов, раньше в городах нельзя сказать, что это было урбаническое какое-то построение, как Рав Шерки думает. Тоже. Вот. Нет. Это было просто... Да. Пытается отделиться от людей, это мы смотрим через свою призму. Да? Мы знаем, мы привыкли к тому, что земля полна людьми. Но здесь речь идет о том, что не факт, что вообще есть какие-то люди. То есть он уходит с лица земли, и там он один, он и природа. И он начинает как бы производить потомство. То есть там все, кто, где он живет, это все его потомки. То есть от кого он отгорожается? Не от людей, а от природы. Я скажу, вот, например... Когда Лот уходил, да, так сказать, когда его ангелы выводили, то он тоже сказал, вот я пойду в этот город, он маленький, я там спасусь. То есть это какое-то огражденное место. То есть вот мы сейчас тоже там, кажется, что... Но город... Лот же, это уже другой период, там много людей на земле. Ну, неважно, но смысл именно этого. То есть он ему говорил, ходи в горы, но в горы это духовность, это возвышенность, это все... А он этого боялся ответственности взять на себя. И он пошел в этот, сначала в этот маленький город, потом он ушел уже в город, изолировался тоже, да, то есть от всех.
Все верно. Но я думаю, что это все вместе, да. На самом деле, как сказать, может быть, там, мы не знаем, может быть, были какие-то еще другие люди там. Это не важно. В данном случае есть все смыслы в этом. И то, что Эмиль говорит, отгородиться. И то, что подчеркивает Андрей, то, что отгородиться от природы. И в этом ограждении, неважно от кого, проявляется некоторое, так сказать, качество прямых линий. То есть это факт, что города строят более-менее дома. Ну, мы прямые. Так привыкли, да. Но, например... но это на самом деле мы не можем отключиться от того, что Тарау нам говорит и символами, и каббалистический смысл тоже есть в ней. И поэтому то, что у города есть некий, так сказать, некоторый дополнительный смысл каббалистический, это тоже очень релевантно. Это все на самом деле разные стороны одного и того же явления, город. И я не помню, кстати говоря, как, наверное, это в следующей лекции, что я не уверен, что Каина это все так хорошо вышло, то есть что этот город реально будет двигаться по путям Всевышнего в прямой линии. Вот. И вообще правильно ли тому, кто хочет двигаться по его путям, отгораживаться от кругов, от природы? Потому что на самом деле желание Всевышнего, чтобы он проявился всюду, и в природе, и в материальном, и в духовном, правда? Вот потом будет Нинве и Ирбдола, да, когда говорится, то есть вряд ли 3 дня пути — это сплошные здания и, так сказать, прямые линии. И вполне так далее. Возможно, между прочим. Скорее всего, там и живот, речь идет о животных и обо всем. То есть это большое поселение на город, что оно огорожено. Нет, Ниневия, это же на самом деле известно, что она раскопана, это огромный город. Да, да, огромный город, да, я согласен, но это не значит, что там нет отделено от природы. Я не думаю, что это как бы город ограждается от природы. В древности действительно города были отделены от природы. Это тоже факт, как ну, бы, это, археологический. Да. И в Талмуде тоже там так описываются города современные, что даже деревья не было принято в городе, не так, как у нас сегодня, что мы отводим там зоны для парков, что дерево в городе выглядит хорошо. В Талмуде считал, что дерево не должно быть в городе, они должны быть за пределами. Но это отдельно. И вопрос такой еще. Вас не смущает такая штука? Она меня как бы давно смущала и до сих пор. Мне кажется, довольно странно, можно сказать, парадоксально, что вся вот история убийства, она началась с... То есть какая была точка? Точка была желание, ну, можно сказать, религиозное, желание понравиться Богу, желание приблизиться к Всевышнему, приносить жертву. В каком-то смысле странно. Аргументация людей, которые говорят, ну, может, такая банальная фраза, да, что вот там многие проблемы, большинство проблем человечества от религии. Но тут как бы есть такой аргумент. Их с чего был первый спор? Ну, там мидраши говорят, правильно, там, может быть, и до женщины, и все. Но по прямому смыслу это была религиозная тематика. Каин его убил по религиозной тематике. Как такое может быть вообще? Как такое может быть, что движение ко Всевышнему, желание ему понравиться и так дальше, приводит вообще к убийству? Вопрос. Я считаю, что это как раз самый главный парадокс, что мы неправильно это все понимаем. Всевышний хочет, чтобы мы выросли, чтобы мы наладили отношения друг к другу, чтобы мы стали друг другу братьями, а люди считают, что надо построить шикарные мечети, шикарные церкви, шикарные синагоги, молиться погромче и так далее. Это как раз против жертвоприношения, может быть, как раз это антижертвоприношение. Не надо переносить это все на... Жертвоприношение в том числе, это один из способов служения. Он там думал, так сказать, откупиться жертвоприношением. А кто до сегодня думает откупиться тем, что он даст на церковь какие-то пожертвования? И эта логика, она изначально порочная. Бог хочет диалога с человеком, но он хочет диалога на тему нашего развития, нашего братства, нашего продвижения в человеческой области, в области человеческих отношений. Это то, что он хочет.
в этих рамках он человек может принести, так сказать, и жертвы, и молитвы, и строить синагоги. А важно, с чем он туда приходит. Если он тогда приходит, заботиться о том, чтобы его, так сказать, о своем личном благополучии, а все остальные, так сказать, люди ему безразличны и даже враждебны, то тогда он попадает в совершенно не туда. Ну, по факту, убийство произошло на религиозной почве. Так было бы написано в протоколе. Но да, совершенно верно. Да, знаете, и мне кажется, что это история о том, что религия должна быть все-таки одна. Что люди будут убивать друг друга до тех пор, пока она не одна. Ну, они были монотеистами. Послушай, они не сражались, мусульмане, с христианами, я не знаю. Тут как раз пример чистого монотеизма. Да, они хотели найти расположение у одного и того же Бога. Они, как бы, я не знаю, тут проблема с монотеизмом. Но видели-то они его по-разному. Тут именно видение Бога правильное. Я не знаю. Про Гевеля мы вообще ничего не знаем, что он там видел. Поэтому непонятно. Они оба, видимо, ну, неважно. Это отдельный вопрос, что там было с Гевелем, в чем была его неудача. А Каин явно он не понимал, чего от него Всевышний хочет. Ну, правильно. То есть Каин видел Гевеля, своего конкурента, в служении Всевышнему. Да? То есть я тут охраняю сад по-своему, а ты кто такой? Да? И как бы, из чего, собственно, я должен тебя здесь терпеть со мной на одной земле? Вот это по вот прямому дальше... ему западло как-то стало. По прямому ему стало, ну, не знаю, ему стало обидно. Так, по прямой смысл так написано, правильно? Да. По прямому смыслу ему стало, что преклонился Господь не к нему. Возникает вопрос, а что Всевышний не видел последствий своего действия, понимаешь? Когда у тебя есть двое детей, правильно, ты явно делаешь предпочтение какому-то одному из них, но ты же думаешь, что это неправильно, это как бы это основа педагогики, нельзя выделять одного, что другой может сильно обидеться. Ну вот тебе простой пример, как это понять? Ну, это как раз об этом сегодня урок. Это вот была тема упрёка Каина. Он пришел и говорит, ты виноват во всем, да? А не я? Да. По факту он прав. По факту отец прав. Отец виноват. Так получается. Я прошу прощения. Не-не-не, ну ты просто не был. Да. Тут уже был как бы ответ на этот вопрос. Mm-hmm. Да, и мы как бы этим много занимались. Ты не можешь решать за Всевышнее управление. Всевышнее управление, у него есть собственный путь. И это не является оправданием. Вот эти слова, что ты сваливаешь всю вину на Бога. Он меня поставил в такую ситуацию. Да, он поставил тебя в такую ситуацию. Это было его как бы намерение. А ты в этой ситуации повел себя так. Неправильно. Что интересно, если задуматься... Да, об отце, да, как воспитателя. Да, именно. Преждевременный разговор о религии, поскольку религии тогда не было. Это все было, не было разделения религии, религиозного и светского. То есть выделить отдельно какую-то религию или веру отдельно, это неверно. Тут просто человеческие дела в отношении к Всевышним, да, то есть... что зависть – это одно из качеств, то есть как бы здесь разные, как бы, значит, есть такие перки, вот, значит, такое, о трех вещах, которые сживают человека сосвет, да, вот, и здесь как бы проходят все эти соблазны человека, да, то есть сначала он хочет быть как Всевышний, когда Адам и Хава, то есть когда змея обещает, что вы будете как боги. Вот. Потом он, когда уже его, так сказать, Всевышний на землю опускает, все, там, значит, разврат, это инстинкты, которым он предается без удержу, все, то есть это, вот. А потом это зависть, это три, это, значит, я забыл, как они там, кто-то может вспомнить, да, то есть это честолюбие, еще что-то, ну, зависть. Разговоры с детьми. А? Разговоры с Сихат и Ладим. А, и страсть, которые... Тава, кина, тава, боковод, по-моему. Да, тава, да. Вот. Эти три вещи, они как бы такие типичные, случайно не упоминаются, вот, с которыми человек должен совладать, в конце концов. Вот они как бы проходят каждую,
раз всю эту ступень, да, то есть начиная от того, что быть Всевышним, потом честолюбие, это и Каин, и Немрод, который хотел построить вот до неба, вот, и потоп, да, когда человек, значит, он был охвачен этой соблазнами всякими, вот, и там конкретно об этом говорится, что они брали, кого хотели, то есть совершенно не без разбору был такой разврат, короче, Всевышний это особенно, значит, важный момент, вот, в нарушениях, и случайно потом об этом говорится очень много, да, вот. Да, ну понятно. Да. Мне кажется, в этой цепочке Луна вообще первая. Что, Луна? Луна. Луна, да. Ну, в этой цепочке зависти, конкуренции, откуда все. Это в мироздании. Луна первая. Да, да. Мне кажется, Луна. Луна, что за она завидовала Солнце, я не понимаю, в чем. Да, 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 конечно, мидраш такой. Понятно, да. Это архетипический. Совершенно верно, архетипический. Поэтому мудрецы, собственно, этот мидраш и делают, чтобы отметить, что уже в творении эти архетипы существовали. Да, но в Торе это идет такой вот последовательный рассказ, последовательное становление человека, в конце концов. Да, то есть как он... Ну как, мы остановимся здесь или хотим дочитать? Там много осталось, Андрей? Я думаю, можно дочитать. Давайте дочитаем тогда, да. Так, ага. Это напоминает нам римскую мифологию. Город Рим был построен после того, как брат убил своего брата. Итальянский мыслитель Никола Макиавелли сказал, основание Рима было ретроактивным оправданием убийства Рема Ромула. То есть убийство было оправдано тем, что благодаря ему был основан Рим. Остается вопрос, сработало ли это также в отношении Каина и Хевеля. Каин строит город, сын его строит город после убийства. Это сработало или нет, исправило ли это убийство или не исправило? И тут Писание говорит нам, и назвал город по имени сына своего, Ханох. Город получает имя человека. Это падение или подъем? Понятно, что это падение, потому что город – это только рамки, он лишь выполняет функцию. Невозможно к городу относиться так, как к личности. В момент, когда город получает имя, человек теряет имя свое. То есть человек определяет себя как город, вместо того, чтобы город был определен как человек. То есть это вот то, что мы о том говорили. Да? Он строит город, это как путь исправления, да, отгораживается от природы, но ничего хорошего из этого не выходит. То есть на данном этапе этот город опять же опускается. Да, но... Ну, это, так сказать, довольно кратко сказано, что назвал город по имени своего сына Ханох, но вот Маниту и вслед за ним Рав Шерки делают из него очень далеко идущий вывод, что значение, то есть важность из личности, фокус из личности переходит на город. Важность приобретает не личность человека, а общественное благо. И личность человека значение сводится к нулю. И, в общем, и это вовсе не то, чего Всевышний хотел от него. То есть есть здесь ошибка какая-то очень большая при построении этого города. И на самом деле я вот на прошлом уроке там два урока назад говорил про Вавилонскую башню. И когда я читал этот комментарий не то, мне казалось, что это уже очень большое преувеличение такого вот к одному предложению привязать такое очень глубокое понимание, что этот город был вот начало того, что городской культуры разрушительной, которая нивелирует личность человека. Но в конечном итоге, когда мы переходим к Вавилонской башне, видим, что там эта тема разворачивается снова, что хотели построить город. И вот этот город там уже однозначно всеми трактуется как нечто, что нивелирует личность человека, а все, так сказать, ради города, ради общества, ради башни, ради высших целей и так далее. И многие мидраши там это подчеркивают, потому что там это гораздо более явно, что смысл города оказывается вот таким. А вот можно мне сказать, а может это он построил город как искупление перед Всевышним за то, что он совершил этот грех, что убил брата? Можно так это трактовать это? Ну, мне кажется, да, что тут все, как бы все, что он делает, это его путь чувы.
Раскаяние это у него идет. Да, но Равшерки и Маниту говорят, что он хотел действительно сделать как лучше, а вышло как всегда. Понимаете, да, что он хотел построить город, который будет действительно демонстрировать его раскаяние и даст ему какое-то позитивное продвижение, а в результате вышло не совсем то, что он хотел. То есть получился город не позитивный. Он вместо... он заменил человека. Понятно. Знаете, спасибо. У меня вот есть мысль о квадратичности всего этого. Четвертый, то есть четвертый угол, он лишний. Тут я решила, что зависимость личности от общественного должна быть исключена. От общественного мнения. Вот как вот в этой квадратичности четвертый лишний. Может быть так? Какая-то вот мне такая мысль пришла в голову, чтобы сохранить свою целостность. То есть оглядка на четвертое постороннее не нужна. Почему четвертое постороннее? Я не поняла просто. Ну вот, потому что квадратичность городов и неправильность их. А, квадратность. Вот в чем? Квадратность городов. Ну смотрите, нет, четвертый угол, он получается негармоничным с природой. Ну, оглядка вот на вообще получается что-то такое у меня, понимаете? Это дисгармония. И причем человечество в своей фантастичности все-таки склонно к округлым формам. То есть мы склонны сливаться все-таки, а не перестраивать. Вот что-то такое в этом есть. В будущем более обтекаемым. Нет, почему? Вот Москва, например, она же находится в пределах МКАДа раньше, как была, поскольку, правильно? Круглая. Москва – это круглый город, да, совершенно верно. Иерусалим – квадратный. Ну. Вот. Смотрите, то, что говорил Андрей в начале, то, что раньше он говорил, что в мире есть два аспекта. Это Каббала подчеркивает, и можно говорить, объяснять это на философском языке. Есть природа, которая символизирует круги, и она никуда не идет, она крутится в этом круге. Там нет ни морали, нет ни ответственности. Волк ест зайчиков, и это нормально. Это не как, но погоди, когда вдруг оказывается, что это нехорошо делать. А при этом есть линия. То есть линия – это показывает, что есть у нас цель, что мы вышли из одной точки А, как Андрей говорил, из творения, и мы должны продвигаться вперед, да, дойти до цели творения, до конца. И мы, это продвижение, оно прямолинейное, в нем углы, да, в нем квадраты. Но при этом мы не можем отказаться от природы, это должно быть вместе. Оторвавшись от природы, ты тоже попадаешь совершенно не туда. Поэтому, ну, как бы любят описывать это спиралью, то есть продвижение по кругу, но вперед. Но, в принципе, это некое сочетание кругов и квадратов. И оно должно быть правильно, оно должно быть таким, каким Всевышний его хочет видеть. А человечество очень трудно. Оно либо в одну крайность... либо в другую, либо оно полностью сливается с природой, и тогда оно никуда не движется. Или оно, так сказать, отрывается от природы совершенно, и тогда оно теряет свою цель. По-моему, правильное сочетание кругов и квадратов – это круглая голова и кубический тфилин на ней. Да, наверное. Да. В отличие от того змея, который в этом же месте находится у фараона, у евреев здесь находится квадратный тфилин. Ой, спасибо большое. Большое спасибо. Так, ну, дочитаем, чем закончилась попытка тшувы Каина. Падение поколений. И как узнать, что я считаю это правильно? Продолжение сказано. У Ханоха родился Ирад. В чем смысл имени Ирад? Город опускается. Это Ирад, это опускается. Город – это начало падения. Ирад родил Михуяэля. Михуяэль – это стирание имени небес. Но дальше идет просто как бы ряд имен, и у каждого из имен есть смысл на иврите, вот этого слова, из которого это имя. Город становится сущностью, которая забывает свой источник. Да? Михуяэль стирает имя небес.
Мехуяэль родил Метушаэля. Метушаэль можно перевести как искоренение имени небес и сердца человека. Метушаэль родил Ламеха. Ламеха – слово «понижение», тот, что снизу. Если мы обратимся к понятиям Каббалы и Хасидута, Лемех – это буквы слова «царь», «мелех» в другом порядке. Царь, «мелех» – это настоящий человек. Это первые буквы слов «моах», «мозг», «лев», «сердце» и «кавед» – «печень». Разум властвует над чувствами, а чувства – над страстями. То есть печень считалась вместилищем страстей. Но если поставить букву «ламет» в начало, то получается «лемех» – «лев», «моах», «кавет», то есть сердце сверху вниз, мозг, печень. Это характеризует общество, сделавшее чувство высшим критерием, а разум – вторичным по отношению к чувствам. И такое общество, конечно, скатится вниз. А куда оно скатится, мы увидим в следующий раз. А, да? Это нам сказано в следующий раз? Окей. Ну, это Раф сказал, но я думаю, мы можем еще обсудить. Ну, Раф все знает, значит, и про нас тоже. Я не знаю, смотри, у нас была идея такая продолжить серию лекций про юмор и про смех. Если хотите, я в следующий раз прочту лекцию про смех. Поскольку мы все время были так, через неделю у нас были эти разговоры о лекции храма Шельки. А если не хотите, то можем продолжить в следующий раз о городе. Нет, я, например, не смогу в следующий раз. Поэтому... А, ну тогда хорошо. Мы тогда будем хихикать без тебя. Ну, хорошо. Ну, тогда я бы еще хотел прочитать тут про свободу выбора, а Дима выложил в чат очень важные вещи. А, да, вот это то, что я намекала, что есть разные точки зрения про свободу выбора, он как раз сразу сделал подборку нам для образования. Да. Да, вот 6 версий решения парадокса, все предрешено и свобода выбора дана. Первое. Хасдай Крескос в книге «Ор Ашем» сказал, что нет свободы выбора. Второе. Ральбак и Орахаим. Бог не знает выбора человека. Он все может и все знает. Значит, он может ограничить свое знание. Ага, ну понятно. То есть, если хочет, он может ограничить свое знание и дать, соответственно, свободу человеку. Третье. То есть, получается, извини, как, трудно сказать, что Бог чего-то не знает. Он как будто не знает, я думаю. Все-таки. Да? Ну да, да. То есть он по своему желанию, опять же, если мы скажем, что он там не может не знать все, да, то мы опять же принизим Бога. Да. Вот, тогда он, получается, и может в том числе там что-то скрыть от себя ради там своей игры, например. Третье. Рамбам. Бог все знает и есть свобода выбора. А как это сочетается, мы не знаем. Вот самый реалистичный подход. Классический, да. Четвертое. Айгаон говорит, что у человека есть ограниченный список для выбора, и Богу известен этот список. 1000 вариантов, но не 2000 или миллион. Или один миллион, но не 2 миллиона. Знание Бога безгранично, а выбор человека ограничен. Пятое. Датскиним. Человек своим выбором определяет свою роль в процессе, финал которого уже определен. Можно не давать строить храм и бросать евреев камни, из этих камней будет построен храм, или принести евреям камни для строительства. То есть одна цель и разные пути, которые все равно к ней приведут. Шестое. Общий ответ. С точки зрения Бога у человека есть свобода выбора. С точки зрения человека у него нет свободы выбора. Не знаю, меня, честно говоря, всегда немножко пугают, настораживают, но, может быть, как бы большинству нравится. Вот такой как бы гугловский подход, сразу раз, такая вот аршима. При чем здесь Гугл? Не аж, это закончу. Вот подборка, вот у вас есть 10 вариантов, пожалуйста, выбирать. Я скажу, почему меня смущает. Мне представляешь, за каждым вот таким выводом, да, стоит некоторая модель. Причем интересно, что все эти модели, они ведь основываются на одном источнике. Потому что если все время на любой вопрос, да, а вот есть 5 ответов, а вот есть 6 мнений. Это создает некоторую какую-то дикую мозаичность такую, что куда ни пойдешь, везде найдешь какой-то ответ. Человек думает, ну я тоже могу что-то придумать.
Ведь здесь же как бы идея в том, что за каждым из этих ответов стоит модель. И все эти модели, они исходят, что самое интересное, из одного источника. Поэтому не разбирая модель, не понимая, как они пришли к этому выводу, я лично теряюсь, когда тут же вытаскивается 10 ответов. Не знаю. Это мое как бы ощущение. Это информация к размышлению. Okay. И я думаю, что каждый человек, размышляя о свободе выбора, он в большой степени часто двигается, может быть, но не между всеми этими представлениями, но колеблется между разными, во всяком случае. Потому что мы видим очень часто эти вещи с разных точек зрения. Так? И это очень важно, показывать разные точки зрения. Может быть, потому что я привыкла к логике Талмуда, которая все время приводит различные точки зрения и разбирает основу. Ты хочешь сказать, что без того, чтобы разработать и разобрать всю модель, которая стоит за каждым взглядом, невозможно рассматривать эти, как сказать, определения базовые. Но мне кажется, что вполне возможно. Информация к размышлению. Возьми какую-то точку зрения и попробуй примерить ее на разные ситуации, на себя, на подход. Что он хочет этим сказать? Я думаю, что для простых людей, на котором вот мы на нашем уровне, мы простые люди. Простых людей, по-моему, не бывает. Я привык. Мне, простому человеку, так проще, да, когда я читаю статью. В этой статье есть концепт. Человек мне говорит, вот есть 10 мнений, вот есть 5 мнений туда, 6 мнений туда, 7 мнений туда, куда пойдешь? Бесконечный лабиринт, да? То есть я фокусник, я вам сейчас вытащу любые 10 ответов на любой, как бы, этот самый. Секунду, еще одну фразу. Меня лично больше привлекает, мне помогает по жизни, меня захватывает, когда наоборот, я вижу, вот как сейчас, например, концепция Равы-Шерки. Когда человек строит нечто общее, я говорю не при дифференциацию, когда человек все время старается разбить и сказать, есть 10 ответов, есть 15 ответов, вот есть еще 6 ответов, да? Мне наоборот, я за то, чтобы была интеграция. Но, по-видимому, интеграцию может сделать человек, который действительно находится в теме, а человек, который не в теме, он делает дезинтеграцию. Вот это то, что я хотел сказать. Я совершенно не согласна. Вся еврейская философия, вся еврейская галаха построена на этом. Что она тебе показывает различные пути. И это совершенно легитимно. И так же построена Талмуд, и так же построена галаха. Она сама так строится, никуда не денешься. Приходит Рамбам, он дает одну классификацию или один ответ. Шульхан Арух дает другой ответ. И тут же Рамай, тут же Нусей Килим, то есть эти комментаторы Рамбама дают, так сказать, разбирают каждое его высказывание, и по их мнениям это все разветвляется в разные стороны. Тогда это Google, но тогда это какая-то... Это не Google. Какая разница с Гуглом? Не-не-не-не-не. Это картина, ты понимаешь? Вот в искусстве ты это можешь понять, да? Зачем тебе нужно это вообще все это сразу? Нет, я просто говорю... Возьми одну девочку, которая там стоит. Она такая красивая, она такая... светящаяся, она, так сказать, его возлюбленная. Нет, ты в картине. На нее, зачем тебе нужны вот эти люди сзади, спереди, еще и все? В картине научись видеть слои в ответ. Постепенно. Один человек стоит против картины. Тогда увидишь по-другому. Ты меня тоже перебиваешь. Но если ты в Гугле напишешь любой вопрос... Что здесь Гугл? Это не Гугл. Это не Гугл. Пойди найди в Гугле все мнения по поводу свободы выбора. Это не Гугл. Я не против профессионализма. Дай мне договорить. Посмотри на картину «Ночная стража», да? Там куча персонажей. И ты вообще теряешься. Сначала одного посмотришь, сначала другого. Okay. Ты скажешь, зачем он столько нарисовал? Нарисовал одну картину. Он, кстати, рисовал и портрет очень замечательный. Это вот я понимаю. Он взял и нарисовал там еврея старого. Прекрасно. Очень замечательно. А в этой картине там чудо не поймешь, что столько напихалось и что он этим хотел сказать. Ты сначала рассматриваешь каждого персонажа по отдельности, а потом смотришь на всю картину в целом. Это нормально. Окей. Тов, ну хорошо. Кто-то что-то хочет сказать?
наше стандартное пожелание. Я еще про воспитателя хотел, да, про воспитателя хотел добавить. Вот мы говорили, что хочет отец, да, глядя на вот Каина и Эвеля. С одной стороны, мы видим, что он выбирает дар Хевеля, да, и на первый взгляд делаем выбор, что он выбрал Хевеля. Но на самом деле, если подумать, да, что с Каином он больше всего возится, он с ним разговаривает, а в итоге там ему указывает путь Шувы и так далее. Получается, может быть, наоборот, он изначально выбрал Каина, и поэтому его поставил в такую сложную ситуацию, что выбрал дар Хевеля первым. То есть, да, дал сложную задачу, чтобы его воспитать. Да, я понял. Но, тяжелые воспитательные методы Эвеля, жалко, замочили чувака. Ну, так нормально вообще. Он изначально назывался Хевель. Так, а, ну да, а, ну ему по жизни было так написано. Да, ну да, он да. родился таким слабым, да. Все нормально, окей. Мух там, мух там. Классный подход, да. Окей. Да. Ну хорошо, мы на этом заканчиваем и продолжаем. Да, кто-то еще что-то хотел сказать, по-моему? Да, прям одну секундочку пришло на память. Вот недавно слушал тоже лекцию по поводу Каина и Авеля. И, в общем, там лектор говорил, вот мы все время Хевеля рисуем положительным героем, Каина отрицательным героем. А говорит, обратите внимание, с кем из них Всевышний... Ой, вы пропали. Нет, мы слышим отлично. А вы обратите внимание, с кем Всевышний вступает в диалог. Вот, то есть получается, что если мы рисуем Каина отрицательным героем, он, получается, вступает в диалог с отрицательным персонажем, а Хевель положительный, а с ним не вступает. Говорит, вот можно, говорит, на эти вещи нужно посмотреть еще и с этой стороны. Ну да, вот мы как раз об этом говорим. Да. Ну, здесь нельзя сказать отрицательный, положительный. В конечном итоге он действительно негативный персонаж. Первый убийство совершил. Так, грубо. Но изначально Бог был в нем заинтересован, да. И хотел из него сделать человека. Ладно. Вот Каин. Спасибо большое всем. По-моему, очень хорошо все получилось. Показать нам лучшую выйти из него. Да. Да, но мне как-то, смотрели, я чувствую твою линию, но мне она как-то немножко мутит, понимаешь? Показать через убийство другого мне это не очень нравится, честно говоря. Я бы все-таки не методы Макарин, я бы другие немножко выбирал, но не важно. Ну почему? Это же выбор его. Это не то, что это был Муфтов. Он все-таки выбирал. Мы снова возвращаемся к вопросу о свободе воли. В том-то и дело, что она такой... Я считаю, что он очень много. Очень хорошо, что здесь дал нам различные взгляды. И в каждом из этих подходов ты можешь спросить, а в чем он виноват? И получится очень разные ответы. Окей. То, хорошо, мы на этом заканчиваем. Да, конечно. Большое спасибо всем. Андрей, огромное спасибо. Натан, да. Эмили, и Виктория. Было очень приятно. Окей. Для тех, кто участвует, у нас через 20 минут 8 будет. Да, всем спасибо. Сегодня были... На следующей неделе приглашаю всех на лекцию про смех. Окей, до смеха, через 20 минут будет лекция Мейера по разборе псалмов, которые входят в Кабалат Шаббат. Да, встреча в субботу. Окей, всем счастливо и пока. До свидания, спасибо. Пока.